Всех приветствую на своем канале, и в этом видео я решила вам показать и поделиться заказом по каталогу номер 6/2019. Каталог этот уже был яркий, красочный, летний, но получилось так, что почему я тянула, я ждала, что я получу еще кое-какие позиции из каталога. Но этого не случилось, я только на следующей неделе получу, и думаю, что там я уже сниму вместе с заказом по 7-му каталогу, и ничего в этом страшного нет. Как раз теми продуктами я пока попользуюсь и расскажу вам там уже какое-то более подробное мнение. А сейчас покажу пока то, что у меня есть. Если вам интересно такое видео, то оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра. Девочки многие уже хвалили, показывали, мне тоже захотелось попробовать продукт этот из серии «Эксперт для лица» 1081 роллинг-гель для очищения пор. Этот роллинг-гель стоил всего лишь 199 рублей в этом каталоге, спешите, он еще пока действует. И очень хорошие на него отзывы. Я пока его не пробовала, потому что у меня сейчас есть другие продукты. Но как только попробую, я вам покажу или расскажу отзыв, может быть уже в пустых баночках покажу. В нем 75 мл, и эта серия идет для очищения пор. Гель этот уже, мне кажется, на летнее время будет очень актуален. Он ничем почти не пахнет. У меня сейчас пока другой в использовании, но как только тот закончится, перейду к данному. Пока только покажу вам, что он у меня появился. Если у вас он был, напишите свое мнение в комментариях, будет интересно почитать. Посмотрела я, что там недорого стоит кофе, но недорого это относительно смотря чего, относительно Faberlic. По 35 рублей там было, но я взяла просто вспомнить вкус, попробовать. 15372 напиток сухой растворимый кофе Beauty с молоком и 15385 кофе Силуэт. Они были по 35 рублей, уже оба я использовала. Вот этот вот с молоком, вот так выглядит упаковка. И я скажу, что это как обычный такой растворимый кофе по вкусу, но стоит растворимый кофе намного-намного дешевле. Может быть, конечно, здесь состав такой чуть получше, да, действительно это так, но по вкусу он, ну, мне вот лично так себе. Просто взяла так для баловства, иногда я такие вещи беру. В общем и целом кофе это для меня показался обычным, но иногда я беру такие продукты для того, чтобы вспомнить их вкус. Может быть, как для баловства, да, такая упаковка тоже прикольная. Вот, мне попадается в каких-то предложениях, вот сейчас в данном случае там попалась на последнем шаге, я решила взять, вспомнить. Ну, в общем, неплохой, но каких-то вау и супер эмоций у меня этот кофе не вызывает. Потом могу посоветовать попробовать, но для себя не знаю, буду повторять или нет. Второй напиток сухой растворимый, кофе Силуэт, такой маленький пакетик. Здесь хороший состав, получше, да, чем там даже. Ну, все равно здесь есть составный кофе растворимый. Цикорий, экстракт хвоща полевого, горцинии камбоджийской. Насколько знаю, в похудении применяют куркума. Но тут, в общем, в таком пакетике, конечно, не похудеешь сильно. Вот, то есть нужно, конечно, еще усилия прикладывать для того, чтобы похудеть. Но вот побаловаться, вспомнить вкус. Оба пакетика я растворяла, как здесь написано, где-то 150-200 мл горячей воды. И по вкусу они обычные. Я их пила и использовала без сахара. Напишите ваше мнение об этих пакетиках, об этих вообще добавках, как они нужны, нет, и нравятся ли вам они по вкусу. Захотелось мне попробовать концентрат пищевой прессованный Hair Beauty Complex 15627. Цена была 499 рублей в каталоге. Это вот такие вот БАДы, добавки, витамины, то есть как хотите, можно их назвать. И это красота здоровых волос, сила гладкости, блеск. Вот я сейчас эту вещь употребляю пятый день, потому что 5 дней я получила назад заказ, не снимала, пока снимала вам другие видео. Так, значит, здесь идет 60 таблеток, и разные есть добавочки, было это все в коробочке, коробочку все хранила, вам оставить, но все-таки выбросила. Прочитаю, что здесь есть витамины D3, ЕЦ, В1, В2, В6, В12, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, вот еще автолизат пивных дрожжей. Вот я не знаю, вот маме сказала, что здесь есть пивные дрожжи, как бы, ну, реакция была неоднозначная. Вот, не знаю, они, по-моему, для, ну, для похудения точно они не полезны. Дальше еще есть экстракт корней солодки, экстракт травы хвоща, цинкоцитрат, железосульфат,
медикарбонат, натрий, селенид, кальция, стеарат и кремний диоксид. Ну, в общем, это то, что здесь содержится. Я вам прочитала, здесь всего 60 порций по 0,5 грамм. Нужно употреблять их по одной таблетке. Точнее, по две таблетки один раз в день и запивать одним стаканом воды. То есть еще заодно и водный баланс вы повышаете. Но пока я сейчас никаких, естественно, за 5 дней особо результатов не вижу. Через месяц, где-то до 15 мая мне нужно пить. Я, скорее всего, в майских пустых баночках с вами поделюсь своим мнением. Вот, а пока буду пробовать. Надеюсь, что эффект какой-то будет. Взяла я новинку, профилактическая зубная паста, восстановление и укрепление эмали серии Expert Pharma 1599 артикул. Я не брала никакие пасты из этой серии, но мне захотелось попробовать. И вот так выглядит паста. Она идет с плюсом здесь, то есть это такая как аптечная серия. И здесь 75 мл. Много что здесь заявлено, но порадовало, что здесь хорошо идет против кариесный эффект. Особенного отбеливания от этой пасты я не замечаю. По вкусу она приятная, мятная и по аромату тоже. У меня она вообще никакого дискомфорта не вызывает, эта паста. Мне нравится ей пользоваться, она хорошо пенится, она приятная. Но, конечно, маловато, вот лично мне мало отбеливания, хоть какого бы то ни было. Потому что у меня зубы свои сами по себе желтоватые, но все-таки эта паста неплохая. Если у вас зубы белые, то вам, наверное, без разницы, какой пастой их пользоваться, да? Но отбеливания от нее не будет. А вот то, что укрепление и восстановление, это, конечно, очень хорошо. По крайней мере, она, мне кажется, подойдет даже для чувствительных зубов, потому что она является мягкой. Я ей пользуюсь сейчас с удовольствием. Она была зафольгирована, паста идет обычного белого цвета. И пока мне все нравится, я могу ее посоветовать. Более подробно расскажу вам о ней в пустых баночках. Взяла я себе серию Beauty Cafe, очень я ее люблю. И в запасы я взяла себе Beauty Cafe мятный шоколад крем-мыло. Цена была обычная, 89 рублей. Но я уже не первый раз его беру. 22-29 артикул, 300 мл. Но хотелось мне это мыло, нравится у меня сыну такие мыльца, такое мыло у меня и муж использует, жидкое, кремовое, приятный аромат вот этого вот шоколада зеленого, мы его пробовали, сам вот этот шоколад зеленый, когда у меня муж ездил в Японию, он перевозил его, аромат вот в точности, как здесь мыло это пахнет, передан он, мне кажется, очень хорошо, и шоколады, и мяты вместе, и это, конечно, приятнейший аромат. Мыло идет средней консистенции, удобная упаковка и дозатор. Иногда, когда оно заканчивается, я туда переливаю, например, гель для душа или другое жидкое мыло и дальше пользуюсь. То есть еще упаковочка тоже служит после использования данного мыла. Ну, хватает его ненадолго, недель на 2-3, но все равно очень приятная вещь, приятный продукт, могу вам его посоветовать. В заказе у меня был единственный продукт декоративной косметики. Это каял для глаз. Очень люблю я такие продукты. Это был каял ультрамодерн 54-39 артикул, тон изумрудный город. Цена была всего лишь 129 рублей по распродаже, и я решила взять попробовать. Часто меня берет подруга Марина. Мариночка, привет тебе. Такие каялы, и в основном у нее всегда положительные отзывы. Я себе взяла первый раз. Попользовалась пока этим каялом я один раз, и первые впечатления у меня о нем хорошие. В отличие от карандашей и каялов от Teyvan, этот карандаш более жесткий. Конечно, к этому мне было не очень легко привыкнуть. Вот он идет такой жестковатый. Тон темно такой бирюзовый, без блесток. И... ну, очень приятный цвет. Я как-то под одежду, под какой-то образ определенный иногда такой цвет использую. Конечно, минус для меня, что его нужно затачивать, но плюс цена. Поэтому за такую цену я взяла первый раз данный карандашик, да. И пока у меня о нем впечатления хорошие, буду продолжать его тестировать, пользоваться, использовать именно как каял. Потому что я проверяла, он вот, ну, давайте вместе с вами сейчас проверим. Размазывается, то есть как карандаш для глаз вместо подводки вряд ли он подойдет, но как каял он хороший, держится, я проверяла весь день, поэтому он хороший, могу вам его посоветовать.
И еще одно было мыльце у меня в заказе. Прошлась я хорошо по мылу для рук. Крем-мыло для рук французский десерт. Также серия Beauty Cafe 18,64 артикул. И цена такая же, как у мятного шоколада, 89 рублей. Тут уже мы прилично попользовались за 5 дней. Еще таким мылом я периодически, если что-то, мою кисточки, да, для лица и так далее. И трое у нас пользуются, я, сын и муж, данным продуктом. Но вот он примерно у нас вот так за 5 дней расходуется. То есть хватит его недели на 2, на 3. Аромат французского десерта, крем-мыла, я очень люблю, знаю давно. И это просто приятнейший аромат. У меня сейчас есть в использовании такое... крем для тела. Вот крем для тела мне не очень нравится, потому что он остается, да, на определенное время на коже. А здесь аромат тоже остается на коже, но он приятный, ненавязчивый. Руки это все-таки не все тело. Также этот аромат у меня очень нравится моему сыну. И цвет такой приятный, нежно-розовый. Пахнет вот как раз таким пирожными, чем-то таким сладким, вкусным из детства. Ностальгия, да, какая-то определенная. Поэтому этот аромат я люблю, беру. Осталось у меня две позиции вам показать, но всего было три. Одну позицию дело в том, что мне пришлось сдать. Это водолазку с коротким рукавом, цвет изумрудный. Была размер XL 48-50, артикул 800-624. Там была новинка водолазка, но она, к сожалению, мне не подошла. Я ее сдала обратно. Причина была такая, что она в цвете изумрудном была и нормально. И даже карандашик бы под нее подходил темно-изумрудным, но она была очень прозрачная. То есть, когда ее одеваешь, нужно обязательно носить либо с пиджаком, либо еще с чем-то. Если вас этот факт не смущает, то можете ее брать. Меня он смущал, поэтому я ее сдала обратно. Но еще две позиции одежды у меня осталось, которые я вам покажу. Это трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины, цвет зеленый, размер 50. 039W2910 артикул. Просто артикул, который здесь идет, 52-14-69. Это домашняя спортивная одежда. Уже я эту футболку один раз носила, но покажу вам ее, поделюсь своим впечатлением. У нее идет такой приглушенный зеленый цвет. Футболка 100% хлопок. Размер 50. Мне эта футболка подошла очень хорошо. Я в ней ходила уже один раз вчера в спортзал, вот оставила вам ее показать. Она уже, конечно, в таком немножко помятом виде, но все-таки ярко-зеленого цвета, ну, точнее, не ярко, а приглушенного, да, зеленого все-таки цвета. Я считаю, что он мне подходит, этот цвет, хорошо. Подойдет эта футболка не только в спортзал ходить, но, например, летом куда-то выйти. Но я ее брала все-таки в целях для спортивных занятий. Потому что она... У меня есть футболка такая же коричневая. Она до сих пор сейчас нормально в состоянии. Я в ней дома хожу. 48 размера. Футболка в 48 размере мне нормально, но она мне в обтяг. А мне хотелось посвободнее, поэтому мне 50 размер подошел хорошо, но он мне немножко свободен. По плечам, везде все мне хорошо. Футболка хорошего качества, прошита. Вот это вот со временем золотистая штучка при стирке стирается. Ничего не остается. Но у меня такая футболка была. Она идет средней длины, даже больше как длинная в 50 размере. По середину бедра. И по груди, по-моему, она идет, как и заявлено, в 50 размере 100 сантиметров. Вот так вот вам еще раз ее покажу. Вот, футболочка хорошая, качественная. Для себя я рассматриваю в дальнейшем, может быть, еще какую-то приобрести. Но в светлом оттенке я не хотела приобретать, потому что и так у меня комплекция не маленькая. И это бы еще больше полнило. А данная футболка стоила 449 рублей. И уже последнее то, что было в моем заказе, но не менее интересная вещь, это леггинсы спортивные. Цвет синий с принтом, а на леггинсы хорошая сейчас цена, я считаю, у Фаберлик, потому что качество мне понравилось. Леггинсы спортивные были представлены в размере L, это 46-48, я побоялась, что они мне были малы. И на сайте уже, то есть не в самом каталоге, я нашла XL. Обращайте на это внимание. Вот сейчас я хочу заказать в следующем каталоге шарики для холодильника. И они есть на сайте, но их нет в каталоге. Есть такое, у Faberlic бывает. Вот, я взяла все-таки в размере XL, артикул 89-10-09. И мне они оказались нормально, но в области талии чуть-чуть великоваты. Я думаю, что с этим что-то можно сделать, то есть, например, подшить и так далее. Это была вот такая классная, красивая серия. Сверху они идут плотные, синие. На них написано «Спорт». То есть, если даже майка задерется или еще что-то, здесь так нормально, все культурно. Но вот в этой резинке, именно в ней, мне
вот лично мне великовато. Не знаю, как может быть в полноразмерном таком 50-м с большим, да, побольше животом, чем у меня, это будет как раз. А я, если еще похудею, то мне нужно будет здесь что-то ушивать. Но сзади вот такая есть резиночка, здесь небольшой такой шовчик. Я думаю, что вот так вот даже, если сзади не очень будет видно, можно это все ушить. Стирать при 40 градусах, 92% полиэстера, 8% спандекс. Я вот здесь вот читаю, такая надпись небольшая внутри. Они идут, здесь синие, и дальше идет вот такой классный принт летний. Мне так он понравился. Леггинсы сшиты очень хорошо, ни одна ниточка не торчала. Все аккуратно прострочено вот здесь вот, да, внизу. Мой рост 175 сантиметров, и мне эти леггинсы коротковаты. То есть мне они как на 3/4. Если ваш рост меньше, то вам они будут, соответственно, как обычно. Скорее всего, Faberlic, как и Avon, делают на 165, на обычную стандартную фигуру. То есть вот эти 10 сантиметров, вот столько мне примерно и не хватает до низа этих леггинсов. Вот, но леггинсы хорошо тянутся, но когда они тянутся, смотрите, да, например, рисунок чуть-чуть деформируется. Вот, неизвестно, как они будут при стирке, пока я их еще ни разу не стирала, но надеюсь, что все будет хорошо. У меня есть особенность фигуры, у меня полные икры. Поэтому я еще тоже перестраховалась и взяла 50-й, боялась, что мне, ну, скорее всего, мне бы в 48-м, 46-48, здесь бы даже не натянулось на ноги, потому что тут мне все в обтяг в икрах. Вот, поэтому, если у вас тоже, например, полные икры, то подойдут. Если же тоненькие, то просто не будет натяжки, да, и вот вы спокойно оденете ногу, и все у вас будет хорошо. В общем, качества претензий нет, по поводу резинки я подумаю, подошью, скорее всего. А сверху и везде просто очень-очень классные штаны. Мне они понравились за такую цену, и они еще были, естественно, с кэшбэком, то есть все это было мне еще со скидкой. Вот это было все, что хотела вам показать по заказу Faberlic. Если вам было интересно это видео, вы меня можете порадовать лайком, также приятным, хорошим комментарием. Всем желаю самое главное здоровья, удачи, хорошего настроения, чтобы весна вас радовала, уже скоро придет лето, и это по каталогам уже чувствуется, по компаниям, да, нашим. И всем желаю удачи, отличного настроения и всем до новых встреч!